В Алматы минувшей ночью был найден новорожденный ребенок, брошенный в Арыке по проспекту Раимбек-Батыра. Его обнаружил проходивший мимо мужчина. Он сразу же вызвал скорую помощь, полицейских. Ребенок сейчас находится в центре детской неотложной медицинской помощи. И, по словам врачей, новорожденный доношенный. Его состояние медики оценивают как тяжелое, стабильное. Рядом с ребенком лежала плацента. Пупок неправильно разрезан. При поступлении ребенок был осмотрен мультидисциплинарной бригадой. Измерили температуру 34 градуса. Незамедлительно подняли в реанимационное отделение. Ребенок там получал все лечение. Угрожаемое для жизни ребенка ничего нету. В дальнейшем мы состояние ребенка стабилизируем и переведем в дом малюток.